вирус. Да. Ну что? Чё, что? А, так, ты знаешь, где антивирус? Нет, у меня его нету. Он у тебя есть, у каждого компьютера есть антивирус. Я тебе отвечаю. Отвечаю, так. Вася, у меня его нету. Ну, сейчас проверим. Так, где ты там? У меня мама его удалила. Ты понял? Зачем маме удалять антивирус? Да потому что она сказала, что это говнище сраное. Понятно. Так, на тебе. Вот это. Инжектор. Добавь меня. Да. Добавь. Да, вот, тебе надо добавить, друзья, я же забыл. А-а-а. Так, посмотреть личные данные. Так, добавить контакт. Все, я тебе отправил в сети, все хорошо. На, лови. Так. Injector.exe. Сейчас, секунду. Сейчас. Ты заметь, куда ты их добавляешь там. Так. Только потом, когда мы тебя скинем читы, ты будешь с нами играть, понятно? Так, и чё это за говнище сраное? Так. Слышь? Чё это за говнище, блин? Чё такое? Windows заблокирован, ты хули мне какую-то хуйню скинул? Это инжектор. На тебе читы, копатель. Ты чё? Ну так инжектор. Хуйню какую-то у меня тут стена, она тупо не запускает. Ну, этот запуск чит. Ну? Что мы хотим тебя развести? Угу. Как хочешь. Он тебе только что показал, что чит рабочий. Ну я видел. Мы тебя можем тупо взять, отменить. Не надо. А почему там буковка К? Какая К? Ну, на... Буковка К. А, ну, копатель. А-а-а. П. Так. Они до тебя... Они что-то очень медленно идут. О. Ну, там надо камнище у меня полное. Ты закрой папки, у тебя их очень много. Вот, все хорошо пошло. Так. Запускать? Угу. И что ты мне сделал? Ничего. Погоди секунду, а что там YouTube открылся? А вот Пас. Теперь молодец, умница. Ну что, ты хотел читы. Тебе показали читы, ты повелся на читы. Это настоящий чит, но я вообще, он мне не говорит, откуда у него эти читы, конечно, блин. Но он мне их сам что-то не хочет скидывать. Но это что, это попадос у тебя, пацан. Я знаю. Чё вот. Делать чё мне, Вася, блядь? Вася, блядь, у тебя в штанах. Ты, блядь, а ты охуел, нормально, что ли? Ты охуел, что ли? Это говнище мне убери. Говнище у тебя в штанах. Или во рту. Выбирай. Ты должен нормально. Блядь, охуел, что ли?
Да хуел. Попроси нормально. Нормально попроси. Да хуел, что ли, блядь. Я сейчас, блядь, кого-нибудь позову, тебя, блядь, по IP вычислю, блядь. Ты понял? Не по IP, не по IP, а по IP, вот. Ты охуел, что ли? Пацан, это все как там, законно. Схуя ли это законно, долбоёб, ты меня Windows заблокировал. Ой, как тебе не стыдно, мать. Ну чё, напиши, как снять баннер с компьютера, там можно написать. Как я тебе напишу? Где я тебе напишу, Вася? Ну чё, жалко Васю, Васю жалко. Ты охуел, что ли? Ты охуел? Да. Блядь, пидрила ебаная. Охереть. Отца зови. Или мать. Не, он меня сразу убьет, Вася. Он меня опять лопатой будет бить. Он тебя лопатой бьет, да, по жопе? Не, блин, он меня просто бьет лопатой, блин. Ну скажи мне пароль, ты надоел. А пароль? Да. Ну давай, смотри, ты подожди. А кто это вообще такой, тебя учить? Меня учить этому, меня учить мой сенсей. Какой сенсей, ты че, обдолбанный? А ты обдолбанный, котяра. Ну вообще что ли? Ты мне адекватный, Вася. Ты вообще что ли? Ты что мне натворил, блин? Верный пароль. Смотри, там есть в углу в правом наверху. Выйти. Выходи оттуда. А. И что это такое? Ну, не все так просто, не все так просто в нашем мире. А чё у меня это какая-то фигня высветилась? А, не все так просто. Ну. Ну и как мне теперь убрать это говнище сраное? Тебе надо нормально сказать. Простите, пожалуйста, я мудила, просто я мудила, вот. Всё, давай. Ты мудила, прости. Что ли? Мудила, нет, я, да? Я, конечно, говорю. Пацан, дверь, если... И мы тебе даем пароль, тебя отец прибивает лопатой. Если мы тебе даем пароль, тебя... Ты только что признался, ты мудила, блядь, сраный. Тебе нужен пароль? Да, мне нужен пароль. Ты хуй признавался, что ты мудила, сраный. Пацан, блядь, еще что такое мать... Еще одно матерное слово мы тебе не даем. Ты охуел? Ну все, молодец. Блядь, ты чё за хуйню несёшь, блядь? Верни мне пароль. Тебя кто такие слова мучит? Ну кто меня научен? Сам учишься? Да. Да? Да, в жопе пизда. Так. Жопе ну пизда? Что, решаем? Решаем, котик? Котик, я котик, да. Да, ты котик, блядь. Ну, не, короче. Котик. А ты долбоёб? Не. Долбоёб у тебя в штанах, который не знает, куда лезть. Ну, короче, давай ты даёшь нам пароль от контакта, и всё. Я тебе даю пароль, я тебе клянусь мамой. Ты охуел, что ли, блядь? Какой от контакта? У меня там 50 голосов, блядь, долбоёб. Ну, вообще ещё круче, давай. Ты охуел, что ли? Пацан, пацан, менять винду — это 3000. Ты сколько вложил? Ты охуел, что ли, блядь? Да охуел, долбоёб! Да. Блядь, вымогатель ты сраный.